30, и из Германии 60-х мы переносимся во Францию. Citroën PS21. Данный автомобиль был обладателем Кубка из Парижа с любовью. За самый гламурный французский автомобиль на фестивале «Золотая фингеник» в Берге 2017. Citroën DS – это автомобиль бизнес-класса, который выпускался французской фирмой Citroën с 1955 по 1975 год и имел неофициальное название «Богиня» из-за того, что DS по-французски звучит так же слово «DS» – индекс 21 по объему двигателя. Помимо необычного внешнего вида, имел оригинальную гидросистему, объединявшую трансмиссию, рулевое управление, тормоза и гидропневматическую подвеску. Citroën DS. Бойчик Козловский демонстрирует работу гидропневматической подвески автомобиля Citroën DS. Сам Шарль де Голль ездил на таком автомобиле. И однажды Citroën DS спас ему жизнь.